ходит в медичке, челик клутается. Блять, ну? Над головой. Нет, над головой у него пролетает. Да идем или на общаге? О, убил? Да ладно. Ну пойдем туда сначала. О, нифига ты у меня флеш. Чуваки умирают. Убил? А, все-таки он выжил, слушай. Первый раз. Он лег, наверное, когда я по нему стрелял. Да, наверное, он лег. А было бы так красиво, блин. Такую дистанцию просто ляпаться ему поставить. Не вижу никого. Выходи прям с заднего этого. Говоришь, нет? А, ну здесь-то вот нету вдоль забора. Крадется оно. Мышь крадется. Вот он, ёптыч. Вот он, ёптыч. Он не играет, это бот обычный. На мосту есть еще один вепрь. Отмена. Сейчас он на меня загрыз, смотри. Попал. Блять. Ближайший угол зеленки, где проход под бетонами такими, бетонными хернями. Дропал, да, да. Я иду слева душить. Я справа. Он грену кинул. Убил. Я на балке. Okay. Блять, сидит, сидит. А, нет, это знаешь, что? Это насыпь железнодорожная. В ногу мне попал, сука. В смысле, простреливает? Алло. Так, я вот спрятался. Темный, вряд ли меня видно было бы. Мне кажется, это насыпь. Ой, ну, в смысле, да, железнодорожная насыпь. Насыпь видно, разве видно во второй этаж? Конечно. Надо думать, как пойдем тогда. Надо через левую. А, нет, 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 в темном ангаре, в темном ангаре. О! Но никто не отменял железную дорогу еще. Да, и железка тоже. Нет, здесь профессионалы. Пойдем оттянемся. Можно разыграть на изи. Уйти на большую, обойти через КПП и запушить их на лицо. Я могу просто попробовать тапнуть этому в лицо. Сейчас аккуратненько пикнуть его. Не вижу, как это делать. Их тут двое. СВД и не СВД. Одного убил. Бай через СВД, чтобы он где-то левее. Да, он левее. Ну все, он засал, ушел. Сейчас попробую тапнуть в лицо тому типу. Я без опыта. Я не помню, что это на лицо, если заходить. А тот все, с темного ангара он ушел, обиделся. Кину грену, может быть забайтится, я хз. Ну давай, вылези, посмотри ты, блин, морда твоя кемперская. Я вижу, крадется, блядь. Убил. Все, теперь по правой можно пушить железку. Значит, давай через левую на железку. Как бы там двое просто не сидело в этом ангаре. Да их еще хоть трое, может быть, мы ж не знаем. Сейчас они сели, типа крест-накрест, блин. Гр-
граната. Нет. Он прям у меня где-то лежит здесь. Вижу. Убил. Справа еще. Я убил справа от тебя. Окей. Еще есть что ли? Не знаю. Нет, подхилит его. Хилься, хилься, не торопись. Проверяю. МДР-ка. Погнали, погнали. В угол влево даю. Дам прям наперед тут. Пушим. Под взрыв. По мне. Убил. Я в тебя все впитал, потому что мог все здесь. Там еще может дальше лежит. Может, может, может. Пятый должен быть. Просто посматриваюсь. Давай, я ногами закрою. Броник 47 из 50. Бронеразгруз. О, берешь? Да, я заберу. Давай. Больше. Не, я прицел только снял. Хера нам надо. Есть, есть. У меня еще холодильник с собой, туда все складываю. С собой наше. Я просто доедится. У меня же 70 килограмм тут еды набрал. Мне вообще показалось, что вот этот тип, которого тут я убил, это не тот, который был в фигне в этой. Темный. А, это в этом не будет ходить. Он бежал, да. По этой стеночке бежал нас сарашить. Как это возможно? Ты же с МДР-ками ходишь? Возьми МДР-ку. Я с М1 больше хожу, чем с МДР-ками. Раш под хаешки, чтобы он шагов не слышал. Постоянно вот эти типа качели, типа раскачивание качелей. Сначала левую, потом правую. ЧВК? Да. Моя граната. А где он был? За вагоном справа. Да ну нахер. Какой ЧВК? 13-я минута. Там еще. Там же в вагоне? Убил. Вот это был челобот. Ну, пойдем посмотрим. Может челобот тогда? Ну, выглядел. Я ЧВК, что ли? А там челобот. Это уровень. Все дела. Ну понятно. СКС с оптикой. А, маски черепа нет случайно у него? Маска черепа? Маска черепа? Да. Ну понятно. Куча еды, водичка тут. Понятно. Вот и пятый. Да. Скорее всего. Да нет, скорее всего это пятый, я тебе говорю. Попадало. Таких совпадений быть не может, что 5 человек, не знаю, в 100 квадратных метрах и все в маске через. Так, где этот? Ну что, пачку целую, получается, разложили. Ну, он тут, скорее всего, он же знал, что мы идем оттуда сюда. Он знал, ну, что да. Там нету выхода, поэтому он тут засел, типа, кемпить железную дорогу. А мы прошли немного левее, не по железке, поэтому он нас близко, ну... подпустил, так сказать. Каев, чё? Хорошо. Передо мной. Бил. Бил. Мне показалось, это бот. Дал гранату рикошетную. Аккуратно, там гранату рикошетную.
вижу его. Он за вагоном все еще? Нет, он где-то уже в торце. Я на улице. Не вижу его. Не убил. Ушел. Ты на улице? Да. Убил. Меня эти просто зажали сзади. Блять, вот они. Живой? Да. Кто-то убивает его с калаша. Я понял. Он убил его со стороны подъема. Да, я знаю. Дам хае. Да, он там. Дал перед тобой, говорят, иди, отойди. Нормально. Убил. Или что-то такое у него было, ЛКМ. О, блядь! Ладно, я косой. Не попал ведь, да? Слава богу. Чисто побрил тебе. Виски прямые или косые? Косые. Ты убил? Угу. Ник, кажется, убил-то, блин. 53-й. А что за пушка у него была? КМС или что? МДР-ка. МДР-ка? Опа, тут еще жмурики. Баты. Тут бот лутал типа. И кто-то его убил в этот момент, понимаешь? Понимаю. Там, видимо, снайпер американский сидит, а ну-ка. Да, лежит. Где? На этом. На мосту? Да, нет, не на мосту, а на примяночке-то на этой, 6 секунд. А, за мостом? Да. Давай в раз будем пикать. Готов? А, ты уже? Прыгнул. Зарегало. Чё, зарежем его? Да, конечно. Давай тут кто-то скину. Просто думал, у меня какашка. No. Бегает слева, на главном. Вот что ли? Нет. А, вот он, Ремингтон. Это он. Ой, да. 46-й. Лут гоблин. Да, лут гоблин. Так, вот такая пойдет. Слева стоит. Потапка. Я пошел. О, меня зацепило. Он справа. Не умирай. Серый, это прям очень. Железо. В Тарконе. Готов? Нет, подружка, на втором. Да. Тебе ж в голову залетело, чел. Ой. Ты ему в голову дал, пока он дверь закрывал. А, все, он умер. Все, он умер, потом. Просто он мертвый, закрыл дверь, получилось. Не надо. Он, кажется, комната с медициной, которая отдельная. Я внутри. Ты по дереву прыгаешь. Нет. Значит, он в этом. В нижнем, он но... Он внизу убил меня, он спрыгнул. Я не слышал звука. На первом он уже с главного. А, значит, все-таки он там спрыгнул с этой фигни.
Ну вот и все, блин. А я бы сейчас уже был без патронов к этому моменту. Кто-то бежит. Сейчас я барабанчик закину тут. Выпрыгнул на улицу. Ты его убил, да? Да, его и еще одного типа. Ручка, это вот это, которое, да, ты имеешь в виду? Железо, магазин. Да, слышишь? У меня на этаже. Поднимаюсь по лестнице. Где он там сидит? Я по лестнице стреляю. Он мертвый. Понял. Все, зарандомил? Ну, не зарандомил, заимил. Первый этаж убил. Хорошо. Там фулка прям конкретно была. Хилюсь. У меня чисто. Где-то слева, во временках. Убил. Нет, не тот. Вот он. Это он. А Дарк и Калаш. Ну, вот оно. И он тут убил, типа. Он на главном. А ты где? Убиваю его носом. Я на первом. У него снайперка была, ёптать, 700-ка. На втором. Тут есть что-то. Меня встречают. На первом? Да. Первый или второй, не понимаю. Я на втором чисто. Он где-то на первом. Два. А, там, там в углу, в комнате с едой. Ты хилишься? Нет. Одного убил, алтын. Ты где, на улице, да? Да. В комнату кидай грену. Вон на холме, где мы убивали типа в тельняшке в той катке. А, понял. Убил? Я вышел слева. Соптики посмотришь? М? Соптики? Мне кажется, это вот эти стрелялись. Челик на третьем. Я убил его, спускаюсь. Да-да-да. Уходи, уходи, уходи. У меня стамина нету просто по пути. Бежать именно. Фу, блядь. Броник 10 хп остался. Или руку. Еще. Убил меня. Взял его, еще один там же. А, его граната убила. Осколочками. Сюда. Ты еще и без глушака? Только, а как я с глушаком? Она и так висла. Поля. Вот? Нет. Убил. И так весном. Весло 1.20 м. Еще глушак предлагаешь поставить? Нормально. Как я рад, что ты буду, блин.
Сначала выходит глушитель, потом ствол, потом цевьёха, потом только я выхожу за ним, за всем. Да, с забором справа. Пролом. На гранате. Возле палатки. Нет. Камень. По-моему, убил. Камень, не доходя до палатки. На гранате. А это другой. Это другой. Тот мертвый. Справа в углу мертвый. В смысле, в правом углу мертвый? Вот здесь вот, вот здесь вот. Здесь мертвый, вот здесь за стеной. В палатке другой. Интересно, бля. Я отойду, похилюсь чуть-чуть. А, тоже мертвый. Так здесь много трупов, тут они стрелялись. Ой-ой-ой. Сны тут какие. Если ты сказали, ты там видел кровяную дорожку. Надо было по ней идти. Дур путем! Закончилась турпутевка, правильно говоришь? Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.